Позади меня находится Бельте. Но вот здесь, как вы видите, надо мной находится мост. И переходя через него, вернее под ним, мы попадаем в село под названием Реуцел, который гармонично связан с Бельцами, просто как, я не знаю, как младенец пуповины связан с матерью. И именно сегодня здесь, в этом селе, пройдет сход людей, которые хотят, чтобы село Реуцелы стало частью муниципия Белц. Районные власти Фалеш не пускают, но, как нам сказали, что люди этого села, именно народ, не примар или его заместители, или помощники, или какая-то, может быть, клика или верхушка, а именно люди этого села хотят своим волеизъявлением присоединиться к городу Бельцы, стать частью нашего муниципия. И именно поэтому мы находимся здесь, и вы смогли заметить то, что буквально два шага, 0 километров, и мы из Бельц попадаем в Реуцел. Давайте же посмотрим и узнаем у людей, их ли это желание по-настоящему, или же все-таки здесь есть какие-то подводные течения. Село Реуцел находится вблизи нашего города. Центральная улица Штефан Челмари почти незаметно перетекает в улицу Штефан Челмари, но уже в Реуцелах. Село связано с Бельцами практически как район города. Люди работают в Бельцах, дети ходят в детские сады и школы города. Скорая помощь, МЧС и даже полиция в случае необходимости едут из Бельц, а не из Фалеш. Реуцел входит в состав Фалешского района. Исходя из этого, становится понятно желание людей данного села войти в состав муниципия Бельцы. Реуцелы – это большое и развивающееся село. Тем более, что в отличие от многих сел Молдовы, оно живое. Здесь даже вот, если пройтись, видно, что делаются дороги, дома все живые, в них живут люди, как во многих селах у нас нет. И сегодня здесь собрались люди, которые пришли выразить свое мнение на то, чтобы село Реуцелы вошло в состав муниципия. Невзирая на погоду, которая сегодня, к сожалению, нас подвела, но тем не менее у природы нет плохой погоды, люди не остались дома, а пришли сюда для того, чтобы высказать свое мнение, выразить свое желание для того, чтобы войти в состав муниципия. Astăzi vreau să zic că facem o adunare cu satul, pur și simplu din motivul că, uitați-vă ce sat mare avem, 4.000 ceva de locuitori, dar noi nu avem chiar o încăpere cât de mică ca să facem o adunare. Fiindcă plouă, lumea a început să adună și mulți începe să duce înapoi acasă, le-am lămurit ca să rămâi pe duminica viitoare, la ora 1, să facem tot aceeași adunare, să fiecare om să-și expună părerea dinspre hotărârea Consiliului Raional, care a fost primită la Fălești, că se socoată inoportună trecerea noastră sub municipiul Bălț. Asta e principala întrebare. Și noi vrem să-l lămurim la oameni așa cum este realitatea normală. În timpul de față, noi avem foarte mari probleme cu transportul, transportul nu circulă și dacă circulă, circulă foarte rău. Avem, în afară de asta, toate privilegiile care sunt cu Bălțul sunt mult mai mari decât negativ ceva ce este. Noul Consiliu Raional ne-a impus părerea aceea că, într-adevăr, raionul pierde. Noi am făcut unele analize unde vedem că oamenii de rând pierd. Și pierd nu o leacă, dar pierd foarte mult financiar. Numai cu transportul, noi am analizat și fiecare persoană care se duce la Bălț zi de zi la lucru, pierde mai mult de 1.500 de lei pe an, anual. La 1.000 și ceva de oameni care circulă zilnic, noi avem peste 2 milioane de lei pierduți anual. Despre care merge vorba pierderea a raionului. Raionul nu pierde nimic. Noi nu ne ducem nicăieri. Noi rămânem dintr-o componență a raionului Fălești, trecem în componența municipiului Bălț. Primăria rămâne tot primărie, cum a fost, așa și să lucreze și în viitor. Și oamenii ar să folosească tot de aceleași momente, numai ar să aibă mult mai multe privilegii, fiind cu Bălțul decât cu Reuțelul. Și nu vreau eu personal, да врея лумя стряка к Бълзу. То есть это не мнение лично ваше, не руководство села, а именно это народное? Это народное, интрадивер. И воинца попорлой. Ши, ну, один кауза, если плавить, фарти мол, с вами не велся вина, дарся вина Доминика Витуаре.
Așa că noi credem că amoi facem o mică atenție la oamenii, să vorbim bolea cu dânșii. Și să ne eliberăm acasă pentru că, într-adevăr, plouă tare. Какая разница, где будет находиться, в чем подчинении ваш населенный пункт? Либо в районном Фалежском, либо к Бельцам. Чем вам вы, чем выгоднее вам? Чем он греет? Разница большая. Дело в том, вот и греешь на молдовняш. Вот я же молдовняш. И маре диференция, потому что лумя, космарг, ла лукру, ла школа, копии, и ел 6 лей. 6 лей ла рутиере. Да и кан ар требуи с чим суб Балтной, с ну чим суб Фалешти, с ли кондукой Фалешти, с не ей тез бани дин, для ной дин примарии, с фолосаски, в контр, ка лумя с фолосаску бани, и ел. Деси невои, ной авем ата. Ной авем невои, с деси бе нову бини, ла луми, ла копки. И ну сгендеск. И ну сгендеск ла аста. Да, ди луми, сгендеск гидыншин, мак, и барали лорли, дири. Тет зениту, чи есть, и еще дира. Вот цел, гидыншин интересятся, бани, ну не интересятся. De lumii. De copil, un copil de 7 ani, el plătește ca unul în vârstă. Tot 6 lei, că n-ar trebui și măcar în jumate. Dar copilul se duce și vine 12 lei pe zi pentru familie, e tare mare. Dacă e mai mult. То есть вы считаете, что если вы станете частью муниципального Балтс, то от этого выиграет и село, и жители, которые здесь живут? Для жителей будет отлично. Вопрос еще. Садовая, насколько дальше, чем Рывуцелла от Бельц? Да не только Садовая. Километров 7, километров 7, если не больше. Елизаветовка тоже километров 5-6 от Бельц. Ну так или иначе, мы обращаемся в Бельце всегда, но не в Фалешне. Для нас Фалешне не существует вообще для всех. Не существует для нас, там дыра. Оттуда не доберешься, оттуда не выберешься. Все, там капец. Все. Ну а скажите, а с чем связано то, что Фалешты не отпускают вас, не хотят? А потому что все... Да мы же сказали, почему. Рыбы. Потому что им кормушка оттуда. Кормушка. Ихная кормушка у нас. У нас много предприятий, да, которые платят налоги. Большие налоги. И вот большие налоги. Да. И если Фалешты потеряют эти налоги, они потеряют большую вот им, сумму, да, денег. Это кормушка. А для нас, для народа, для села. Нам нужен транспорт. У нас ученики, у нас студенты, у нас садик, у нас дети ходят в разные кружки. Они не могут этим заниматься, потому что у нас нету транспорта. Многие работают в Бельцах. Мы работаем. Ну, мы, да, вот почти все. Мы едем на работу. Мы едем на работу. Мы добираемся чем попало. Какой бы ни был транспорт, мы должны садиться в любой транспорт, чтобы не опоздать на работу. Если мы будем опаздывать на работу, нас будут увольнять. И получается, что мы останемся без существования. Мы не будем иметь копейку, чтобы жить. Район на что-то. Район предоставляет рабочие район места? Район нам предоставляет. Нет? Рабочие. Нет. Места? Район нам предоставляет, да, транспорт? Да вообще ничего, абсолютно, да, нет, ничего. Они ничего. То есть можно сказать, что и экономически, и морально, и душевно вы все связаны, да, с Бельцем? Мы все, да, мы все связаны с Бельцем, да. И поликлиника, и работа, все. 3 километра, машина, медикамент, аспирин, чувак, да, купила на этой волне. Честь фармачи, сотрудница. Ну и не имеет сотрудница. Ласкали, те мы салвали для Белзвини. Для Белзвини, для Белзвини. Мы к Белзвини. Ну и скажите, последний вопрос вам, как жителям этого села. Скажите, то, что вы хотите присоединиться к Бельцам, это ваше желание? Люди как... Наша желание. Не пришли все, но все. Да. Из-за дождя. Да. Так это у нас. Как говорят, что это примарь, это их нежелание. Это не его село. Село это наше желание. Инициативная группа вышла на примара. Инициативная группа вышла на примара, чтобы выйти с этим предложением и решить этот вопрос. И примар вас поддержал? Ну, конечно, куда он денется? Он же избранник. Конечно, он нас поддерживает. Да. И это не первое обращение у нас. Не первое обращение. Собирали подписи и согласны все. 80% работают в Бельцах. Собирали списки, делали люди в списке, что мы соединяемся к Бельцу, что мы хотим транспорт. Никакой. Да, молдовнешти. Ничего, ничего. Ну и транспорт, ну и не унили кубавцы, ну и не мик мой. Ну не комбинат, ну и полежь. Да. Километраж. Что вышло, да и чечи. Полежь, обслуживаем километры. Это было 3 километра. Куи комбинабил. Ну, оно не комбинабил 8 километров. Până acolo, până acolo mori. Da, la spital. Și la, noi mergem la... Ian, Gheghina, spune-mi asta. Ian, băi. În primul rând, au fost strânse scălituri care lumea s-a semnat la 1200 ceva de scălituri. Asta nu e inițiativa la primar. Asta de acord e tot populația satului Răuțel. Că noi să trecem sub Bălți. Noi avem nevoie de medicină.
Він невої ді істотілі школарі, він Белц кар'єлі, він острій, студент, він острій, імли, фрегвентязин, тати зівала Белц. Він трум парінь, кун саларю, дьо між чинсу ділей, кариден тати зіва, дойсь призачілей, ну бай педрум. Кун свінтрі цинут копілу. Єсі діла орі, ла ора доу трей, ну і автобусу, стен плаї, стен нінсуарі. А са ну кной врем, пуйбаці фашим плак, ну і черім, популяція черім. Копій до нас, де клас антея імбрула школа. Їй треба і смарга латим для школи, треба і латим свіна напой, транспортний. На ярмарку возьмой. У нас вчитає, якщо ребенок в первом класі, мама должна ребенка отвезти і привезти со школи, правильно? Это считается, что 12 лет ребенку и 12 лет взрослому. Это получается семьи на двух человек, которому надо отвезти и привезти ребенка, выходит 24 лет. Да, вечером. Понимаете? А это получается, что бы ни, как бы тут ни говорилось, все связано с транспортом, все связано с деньгами, все и связано с больницами, потому что больница тоже. Это мы должны ехать в Олешке. Хорошо, скажите, еще такой вопрос. То есть, понятно, что с больницей, понятно, что со всем. А, допустим, с теми же органами правоохранительными, полиция, откуда у вас? То есть, вам ближе к Бельцам или полиция сюда приезжает из Фалеш? Нет, мы когда, не дай бог, что-то случается, мы вызываем полицию, полиция приезжает с Бельцам. Скорая помощь едет, а не с Фалеш. Пока с Фалеш приедут, человек умер уже здесь. У меня вот дома лежачая мама, и если я вызываю скорую, я очень часто вызываю скорую, почему-то ко мне ни разу не приехала скорая из Фалеш. Все постоянно скорая приезжают с города. Хорошо. Большое вам спасибо. Надеюсь, что все у вас получится, что все будет хорошо. Винем. Это не да. Наш клуб. 30 дней в Аквот полетели. Мы надеемся, что ваш, этот очередь тоже попадет на телевидение, попадет в сферу. Пускай посмотрит. И в парламенте везде посмотрит, как народ живет и что требует народ. Не так, что они сами от себя. Мы захотели это сделали, мы захотели это сделать. Они должны все равно прислушиваться к народу. Унір жидята, унір. Ну на уніріш, а ти таке. Я думаю, что комментарий излишний. Мы сегодня приехали в Риуцилу для того, чтобы убедиться самим в том, что это не инициатива, которая исходит от примара или от его заместителей. Эта инициатива исходит от людей. Действительно, мы убедились в том, что Бельцы и Риуцилы связаны буквально одной пуповиной. Переходишь через мост, и ты уже в Риуцилах. Улица Штефан Челмари плавно переходит в улицу Штефан Челмари в Риуцилах. И я думаю, что люди, которые хотят присоединиться к нашему муниципию, к нашему городу, действительно имеют право быть услышанными для того, чтобы их жизнь стала гораздо лучше. И стоит все-таки к людям прислушиваться, так как сказал один философ, что глаз народа – глаз Божий. Михаил Смоленко и Корнелио Виеру специально для БТВ.